Новые фунгициды Input Trio и Siltra X-Pro изучаются в производственных массивах пшеницы на нескольких сортах. Это богатка. Богемия. Скаген. Input Trio был применен в фазу начала выхода в трубку. Мощнистой росы нет. Основание стеблей в хорошем состоянии. Признаков септориоза не наблюдается на четырех верхних листьях. Контрольный вариант без обработки фунгицидами. Наблюдаем большой сброс нижних листьев. Это признаки прикорневых гнилей. Посевы поражены мучнистой росой и септориозом. Признаки заболевания присутствуют на подфлаговом листе. Несколько дней назад была проведена обработка по колосу новым фунгицидом Siltra X-Pro. Наблюдаем эффект озеленения. Как проявляется озеленяющий эффект Siltra X-Pro перед уборкой на середину июля? Скаген! Сорт «Богатка». Сорт «Богемия». Давайте оценим состояние озимой пшеницы на двухкратной фунгицидной системе защиты на середину июля. Вариант контроль без обработки. Полное отсутствие зеленых листьев из-за поражения болезнями и воздействия жары и засухи. Больной колос. Вариант с применением Input Trio в 31-ю стадию без колосовой обработки. Осталось не более 10% зеленой поверхности листьев. Есть признаки поражения болезнями колоса. Вариант с применением Input Trio в 31-ю стадию Siltra X-Pro по колосу. Середина июля, флаг-лист работает на налив, колос без признаков поражения болезни. Вариант с однократным применением Siltra X-Pro по колосу. Площадь зеленых листьев больше, чем на варианте с Input Trio, но меньше, чем на двухкратной системе. Колос золотистого цвета, без признаков болезни. Input Trio и Siltra X-Pro. Высокая эффективность против болезней на всех сортах.